Сейчас ей 40, она заслуженная артистка России и многодетная мама, которую слухи вынудили показать лицо сына, ведь уже 7 лет не утихают разговоры о болезни Рафаэля и разводе певицы с мужем. Как выглядит сын Алсу? Я хочу показать вам это видео. Вы готовы? Давайте начнем. Долгое время Алсу скрывала от посторонних глаз своего младшего ребенка, но недавно она решила дать нам возможность взглянуть на него, чтобы убедиться, что он совершенно нормальный. Артистка выложила в социальные сети новое видео, на котором частично видно лицо ее наследника. Алсу с любовью прижимает к себе маленького Рафаэля. И скажу я вам, ее поклонники не могли сдержать своего восторга. Комментарии просто разрываются от чувств. В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях появились слухи о возможном разводе супругов. По некоторым данным, это связано с фотографией Алсу в объятиях неизвестного мужчины без обручального кольца на пальце. Есть даже подозрение, что Ян Абрамов может быть связан с моделью Викторией Лопыревой. Но Алсу предпочитает не распространяться о своей личной жизни и на вопрос об отсутствии обручального кольца не реагирует. Кстати, как вы можете видеть на этом видео, где Алсу обнимает сына, символа крепкого брака на ее безымянном пальце нет. Алсу не только гордая мать троих детей, но и талантливая певица. Она и ее муж Ян Абрамов приняли решение оградить Рафаэля от посторонних глаз. Однако сейчас Алсу поняла, что настал подходящий момент, чтобы поделиться с поклонниками своим счастьем. А как вы считаете, у Алсу крепкий брак или это семья на показ? Делитесь своим мнением в комментариях.